Себастьян Нахбар поднимается на периметр. Шишкаускас его опекает. И Парго атакует через руки половатый. Танец с мячом исполняет Жанеро Парго. Передает его армейцы из рук в руки. А Парго находит в углу Хансена, который мажет. Но Евтокас берет подбор. И Парго в пользу Динамо после попадания Хряпы. Нахбар не позволил ему Шишкаускас атаковать без помех. Но что творит Сергей Моня? Парго второй раз после подбора партнеров на чужом щите. Парго не... Здесь не было необходимости любой ценой уноситься в раннее нападение. Парго обыгрывает в поле Зисиса и сложнейший мяч забивает. Промахивается из-под него, правда, армейцы берут подбор. И Шишкаускас решает: лучше я сам. И решает совершенно правильно. 31-28. ЦСКА приближается на расстояние удара. Обносит Жанеро Парго. Получился Зисис. Вновь принимается за Парго. 5 секунд на бросок у динамовцев остается. Здесь Жанеро деваться некуда. Решать самому придется. И перебрасывает руки Савразенко. Остается до конца первой половины. Высаживает Парго Зисиса на паркет. Возвращает ему мяч на периметр Евтокас. И Парго точен с дальней дистанции. Двойная замена у армейцев. Шишкаускас и Савразенко отправились отдыхать. Парго. Но вот здесь обманул Зисиса. Убежал ему за спину. Тоже так. Довольно сомнительно все это. Но в итоге здесь нейтрализованы были оба этих свистка. Другое дело, что прошло там какое-то время, которое сейчас в данный момент работает на армейцев. Парго забивает в проходе с фолом. Шишкаускас и Савразенко снова.